хорошая идея. Ладно. Давай искать незапертый дом. Желательно без зараженных. И вов. Псов. Пофиг. У меня остались те ништяки с миндалем, если хочешь. Не, спасибо. Тебе надо поесть. Господи. Что? Я превращаюсь в свою маму. Не волнуйся. Не думал, что мы еще раз увидимся. Как ты нас нашла? Спросила, где тот придурок с порезанным лицом. Смешно. Сколько вас всего? Только двое? Нас не остановить. Джордан! Тебе сказали искать вторую. Почему ты здесь? Помнишь того контрабандиста в Джексоне? Ну? Эта девчонка там была. Что? Они теперь мстят нам. Поэтому Ника так покромсали. Надо отвезти ее к Айзеку и объяснить ему, что тут происходит. Да, но я только что говорил с ним по рации. У нас новый приказ. Убивать нарушителей. Погоди, постой, это же бред какой-то. Это прямой приказ. Нет, давай допросим ее, выясним, что она знает. Да насрать на это все. Ты видел, что она сделала. Да ты же понятия не имеешь, сколько их тут может быть. А вдруг это засада, Майк? Мне все равно, сколько их. Мы найдем их и убьем. Ты можешь хоть на секундочку свои мозги включить? Джордан, иди ты нахер. Я... Дина! Зря мы сюда приперлись. Дина! Заживет. Элли. Элли. Нам пора. Они наверняка услышали. Смотри. Она с ними. Пойдем. Потом посмотришь. На той карте была телестанция? Я помню, что ли. Пойдем. Элли, ну. Обойди. Stop!
пойдем. Сколько их, по-твоему? Много. Надо выбираться отсюда. Да, выполняю! Ты цела? Ага. Узнаешь кого-нибудь? Нет. Берегись. Так, быстро все сюда! Классно, еще приперлись. Твою мать, откуда стреляли? Не знаю. Обыскать двор. Ты... Смотри за столовой. Я останусь здесь. Ладно. Еще несколько. Не знаю. Рассредоточиться.
Она не должна уйти! Ну их в жопу этих псов. Заберем себе. Что там у нас? Есть Ходит. Что-то? Вон там. Элли, ложись. А где патруль Адрианы? Черт, черт! Эй, вы двое! Она от нас ушла! Что? Что-нибудь видно? Нет. Проверить крышу. Я гляну, что здесь. А, она точно не на улице? Точно? Как она могла туда залезть? Не знаю. Остальные в курсе? Грег пошел в Capitol Hill. Он приведет ребят, должны быть уже на подходе. Шеннон? Эй, хорош дурачиться! Сходи к ней. Будет сделано. Твою мать, ее убили! Так, рассыпаться! Как они пришли мимо нас? Тебе кранты! Это все? Даже выяснять не хочу.
Черт. А если там? Попробуем. Нам надо валить отсюда. Срочно. Как-то же ведь можно спуститься на улицу. Получилось. Теперь ты. Надо выйти на улицу. Вроде никого. Ага. Похоже, порядок. Так, вот, посмотри. Одна из них. Ну и пошла она. Читай письмо. Джордан, Айзек на 2 недели разместил нас на телестанции. Неподалеку видели шрамов. Надеюсь, вот это тебя подбодрит, Лия. Телестанция. Думаешь, она еще там? Не узнаем, пока не проверим. Так. Рядом с этими высотками. Нам туда. Ладно. Найдем эту Лию. Так это и есть псы. Арсенал у них серьезный. Не то слово. Ты ожидала, что их тут будет так много? Томми меня предупреждал. И как, ты не передумала? Нет. Уложила? Да. Черт. О, сердце колотится. И у меня. Я вот чего не могу понять. Почему они не убили вас с Томми, когда был шанс? Не знаю. Это неразумно. Может, они тупые. Может... Что? Может, просто вы не те, кого они искали? Вот вас и отпустили. Только они нас так отделали. Этот Джордан мне лицо разбил. Да, но почему они не довели... Дело... Уже не важно. Они облажались. Да. Сиэтл сменил одного диктатора на другого. Как думаешь, давно это тут? 2 лет, не меньше. Я думаю, повесили сразу после того, как разделались с военными.
Вот людям, наверное, было страшно. Сперва эпидемия, потом Федра, потом псы. Интересно, сколько согласилось примкнуть к этим ублюдкам Вов? Хороший вопрос. Как звали эту девчонку в записке? Ту на телестанции. Лия. Это та, которая... та, которая с косой? Нет. Я помню только, как она рыдала рядом с тем садистом, когда я рожу ему порезала. Так, что мы будем с ней делать? Выясним, что ей известно. Выясним, где остальные, видно будет. Спросишь, за что они его так? Да. Что ты хочешь сделать? Застрял. Попробуй выпихнуть его с обочины. И что ты хочешь с ним сделать? Я сейчас вернусь. Я буду здесь. Это еще что? Бомба, что ли? Мастерски сделано. Не зря сходила? Да. Хороший улов. Вроде даже отсюда вижу. Как поступим? Он был хуже всех, ты больной? По крайней мере, он хоть иногда готовил что-то, кроме буллитов. Меня от них уже тошнит. Знаешь, сколько раз я его жратвой травил? Вот и пришлось рыбачить. Правее, винтовка.
Еще остались? Вроде нет. Хорошо. Черт. Кого-нибудь узнаешь? Нет. О, эта зона просто огромная. Да, большая. Тебя порекомендую. Спасибо тебе. Только дам тебе один совет. Какой? Не увлекайся. Это смотря кто попадется. Слышал. Проверь. Понял. Это же Дерек! Что происходит? Твою мать, он мертв! Ah!
видишь? Пока нет. Как нам застать Лию одну? Тут же полно псов. Мы за минуту ее расколем. Ты будешь ее колоть? Если придется. С тех пор, как Вову делали военных, больше 10 лет прошло. И они до сих пор такие бешеные. Не может быть, чтобы к ним так часто лезли чужаки. Не знаю. В городе, мне кажется, еще полно припасов. И почему нельзя их мирно поделить?
Прикончить их! Твою мать! Черт, куда они делись? Не упустите их! Блин, где они? Надо найти их! Все тихо. Так, перебрались. Что дальше? Эй, Дина. Ага. Давай руку. Смотри, круглое здание. Похоже на телестанцию с карты. Да. Идем. Я не знаю, как бы справилась тут без тебя. Надо же. Замолкни. Я бы ни за что тебя одну не отпустила. Я тоже рада, что пошла. Вот черт! Что это было? Он попал в ловушку. Во что? Взрывные ловушки. Смотри под ноги.
Надо вот здесь спуститься. Куда ты идешь? Одну секунду. Там все раздолбано. Сов нет? Так-то не видно, но трудно сказать. Я в порядке. Давай. А это Лия. Вдруг ее там уже не будет? Я не хочу сейчас об этом думать. Надо бы такие растяжки расставить вокруг Джексона. Хорошее средство против Орды. Да, это мысль. Хотя... могут и люди случайно напороться. А мы знаки поставим с предупреждением. Не все же умеют читать. Мы их нарисуем. Типа нога задевает провод, и потом большая вспышка. Я могу такие смастерить. Ты мне нравишься. Напиши мне расписку. Я знала одного парня, друга Джоэла. Он заминировал целый город. И как люди там ходили? Он там один жил. Погоди, один житель на весь город? Он не доверял людям. Печально. Зато выжил. Ну, никто же не заставляет тебя выбирать. Либо жизнь, либо общение. Зачем бросаться в крайности? Но ведь это и правда риск. Одному жить еще рискованнее. А вдруг поранишься? Вдруг заболеешь? А если кто другой поранится или заболеет? Тебе нужна лишняя обуза? И так жить тяжело, а тут еще ходить за ним. Да, с этим не поспоришь. Эй, смотри. Как думаешь, кто это? Кто-то, чью любовь мы должны ощутить. Как думаешь, она связана с псами? Не знаю. Какая-то дикая хрень.
Твою мать. Их расстреляли. Смотри. Лошадь Томми. Зараженные ее изрядно погрызли. Все в порядке? Да, прости, просто такая вонь. Ладно. Должно быть, он ушел пешком. Ты можешь идти? Да, конечно. Пойдем. Тут как будто ураган прошелся. В Бостоне ведь не так было? В Бостоне не было гражданской войны. Цикады не оказывали такого сопротивления. Тут вроде нет псов. Ага. Но не радуйся раньше времени. Видишь телестанцию? Да, она там, на холме. Ох, и тут трупы. Тут тоже трупы. Томми здесь точно проходил. Наверняка он прошел там. Прочное заграждение. Так, ну, тут не пройти. Стой! Растяжка. Черт. Спасибо. Они тут везде. Они для зараженных. Все равно. Один неверный шаг. Да, надо смотреть в оба.
Опять она. Не обойти. Подожди. Осторожно! А как бы еще мы туда пробрались? Думаешь, они услышали? Это было громко. Будь начеку. Мы и так привлекли к себе внимание. Может, Лея сама к нам придет? Да. А может, они уже ждут нас в засаде. Надо туда попасть. Вот она.